И мы сегодня хотим разобраться, что это такое детокс. Мы посягаем все-таки на выбор человека, или мы наоборот детоксом создаем выбор? Или все-таки наше законодательство не совсем совершенное, и нам надо сегодня проявить гражданскую позицию и внести определенные поправки в Конституцию, для того, чтобы помочь людям, которые достигли дна, встать? У меня есть своя позиция относительно этого, и определенно эта передача поможет многим. Запретные темы. Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня у нас очередная серия программы «Запретные темы». И хотелось бы поговорить сегодня такую тему, как «Вся правда о детоксе». Спрашивает ли хирург согласие на операцию, если жизнь больного висит на волоске? Конечно же, нет. И хотя наркомания всемирно признана болезнью, в России пока не принято никаких законодательных мер относительно лечения зависимых. Процентов 75 всех уличных грабежей – это все совершены людьми, которым необходимы наркотики, либо подобные вот эти вещества. Если все это уничтожить, вот, к примеру, то всю вот эту наркоманию или вот эти смеси все, то преступления очень-очень резко упадут. Все об этом знают. Не секрет, что наркоман не признает болезни, и зачастую родные и знакомые упрашивают забрать его, дабы хоть как-то обезопасить свою и спасти его жизнь. За оказание такой помощи и поплатился руководитель реабилитационного центра «Право на жизнь». 4 года условно присудили Альберту Сажину за якобы незаконную деятельность. В общем, получилась такая история. Жена, она была как раз на тот момент, его жена на 9-м месяце беременности, вышла во двор к своей машине, то есть хотела куда-то ехать, открыла машину и увидела своего этого мужа передозированным, да, то есть как бы без сознания. То есть он от передозировки уже как бы, ну, почти был мертвым. Она вызвала скорую, скорая приехала, поставила ему там какой-то укол, то есть привела его в чувство, но так как бы люди сегодня так относятся как бы к наркоманам, они его оставили дома и уехали. И попросили нас, ну, привезти его, отвезти его в реабилитационный центр, приехать за ним домой. Приехали туда сотрудники ОМОН, сотрудники прокуратуры. Как бы здесь оказался вот этот парень цыганской национальности, вот этот паренек, да, который как бы сам продавал наркотики, сам употреблял наркотики. И, естественно, он хотел оттуда уйти всеми силами. То есть ему не важно было, под каким предлогом покинуть центр. Ну и, соответственно, здесь как бы он написал на нас заявление, и впоследствии был ход этому уголовному делу. Жаль, что никто не посчитал спасенных. Такую статистику никто не ведет. Да и не нужна она государству. Зато в благотворительном фонде существуют реальные свидетельства. Наркотики я употреблял около 8 лет. И опустился на тот момент уже на самое дно. То есть у меня уже не было ничего ни святого, ни родители, то есть ни ребенок, ни что. И как-то утром был звонок в дверь, я открыл дверь, зашли двое парней. То есть большие сказали, что я еду с ними. То есть я не знал, куда я еду, но я был не согласен. Я долго сопротивлялся, боролся, но меня скрутили и привезли в реабилитационный центр. Я был злой на родню, на всю, на всех. То есть я не понимал вообще, как это можно против моей воли, то есть меня куда-то отвезти. Но по прошествии где-то месяца я понял, что это нужно мне. То есть это моя новая жизнь, это мой новый шанс. И пройдя реабилитацию, то есть на сегодняшний день, то есть я благодарен тем людям, которые помогли мне в этом. Я благодарен тем, кто за мной приезжал, потому что я сегодня не употребляю наркотики, я сегодня имею новую жизнь. Поэтому нужно подтолкнуть человека, взять его, привести в ту атмосферу, где находятся те люди, которые тоже справляются с этой проблемой. И там человек, он понимает, что вот он выход. До сих пор государством не принято никаких мер. Ни закона, ни правил, лишь дискуссии и размышления. А как же быть тем матерям, чьи дети так и продолжают умирать прямо у них на глазах? Так случилось, что в Новосибирске в эти дни проходит российская конференция Teen Challenge. Это конференция, посвященная проблемам наркомании, реабилитации наркомании. И практически все люди, которые так или иначе связаны с этой проблемой, работают на то, чтобы решить эту проблему, они приехали в наш город для того, чтобы обменяться опытом, для того, чтобы помочь друг другу, дать советы и получить для себя какие-то рекомендации для продолжения своей работы. И сегодня у нас в гостях два уважаемых человека,
Люди, которые не понаслышке знают, что такое наркомания, не понаслышке знают, что такое выход из наркомании. Это Илья Банцеев. Илья Банцеев – старший пастор Церкви Христиан Веры Евангельской Новоильинская в городе Новокузнецке и по совместительству председатель правления благотворительного фонда «Источник жизни». Добрый день, Илья. Спасибо, что посетили нас. Очень приятно, Алексей. И Ившин Алексей. Ившин Алексей – руководитель реабилитационного служения Российской Церкви Христиан Веры Евангельской и пастор Церкви Божья Благодать в городе Ижевске. Спасибо, Алексей, что вы с нами. Спасибо. Благослови. Тема нашего сегодняшнего разговора – это «Вся правда о детоксе». Я расскажу для начала свою историю. Я занимался тоже проблемой наркомании, наверное, 2 или 3 года. Потом мы услышали о такой программе, которая называется Teen Challenge. И я послал своих сотрудников, работников на эту конференцию, по-моему, если мне не изменяет память, она в Чите где-то проходила. И мы впервые там услышали такое понятие, как детокс. То есть, что я подразумеваю по словам детокс, чтобы сразу ввести дефиницию, чтобы зрители понимали. Это помочь человеку на первом этапе сделать правильный выбор. То есть, морально помогая ему, где-то решетками ограждая окна, да, где-то следя лишний раз за человеком, чтобы в этот момент, в критический момент, он не сорвался и не пошел употреблять наркотики. Мы с этим были незнакомы, потому что мы были воспитаны маленько в другой системе. И на тот момент у нас был один реабилитационный центр, там находилось порядка 10-15 человек. То есть, ну, мы так были в общем течении. После того, как ребята привезли эту программу, мы начали пробовать. Начали пробовать. И, безусловно, в тот момент эффективность и количество нашей работы, оно в несколько раз умножилось. В несколько раз умножилось. Конечно, мы пострадали уже за многие эти методы. Вы наверняка слышали о деле Альберта Сажина и так далее. У нас были проблемы. Но вот я бы хотел сегодня с вами поговорить, с людьми, которые так или иначе занимаются этой проблемой. Что это детокс? Детокс – это зло, мы лишаем человека выбора. Или наоборот, во время детокса мы помогаем, создаем человеку выбор. Ведь что такое выбор? Выбор для меня – это когда есть один стакан и другой стакан. Я могу выбрать, из какого стакана пить. Если стоит всего один стакан, у меня нет выбора. Я пью всего лишь из одного, мне больше не из чего пить. Я считаю, что наркоман – это человек, у которого есть один стакан. Он привык так жить. Он привык носить деньги на наркоточки. Он привык обманывать родителей. Он привык изворачиваться. Это один стакан. И как раз благодаря детоксу, этому удержанию человека, мы перед ним ставим второй стакан. Стакан свободы, стакан почитания родителей, стакан, когда человек учится молиться и доверять Богу свои проблемы. И уже из-за детокса мы создаем выбор, после которого человек уже делает осознанный выбор. Так или нет? Давайте начнем с вас, Алексей. Ну, в Teen Challenge, так сразу скажу, что не появилось одного однобокого представления. В Teen Challenge есть разные центры. То есть, которые используют конкретно детокс, о чем сейчас идет речь. И есть также центры, которые не используют вот именно такой подход, когда есть удержание, частичное удержание. Вот. Мое мнение, лично мое мнение, что человек, который неадекватно сегодня попал в ситуацию, которая лишила его возможности адекватно принимать решения, он находится под воздействием наркотическим и алкогольным, он, в принципе, он, конечно, имеет право выбора, как гражданин страны там или что-то еще. Но какой этот выбор он сделает? Он либо его убьет, либо будет подвергать риску его близких, родных, детей и так далее. Поэтому, конечно, этому человеку нужно помочь, выделать правильный выбор. Мы лично, конечно, в нашей работе в городе Ижевске, в Удмуртии, мы не используем такие комнаты или такой отдел, как детокс, чтобы удерживать людей насильно. Потому что, во-первых, у нас... Это другой отдельный вопрос, что у нас законодательная база к этому сегодня просто не готова. Или хотели бы они, но не работает это дело. Во-вторых, мы так привыкли работать, что к нам приходили масса людей, которые сами добровольно желали просто пройти программу. Этого было периода достаточно. До сегодняшнего дня есть много желающих, чтобы добровольно пройти. С ними легче работать. Мы их, за ними не бегаем, мы их не уговариваем, что у них проблема. Мы просто работаем с ними, и они идут за нами, так как говорится, в Писании даже. Следуй за мной, как ученики. Потому что иди и следуй за мной, принцип такой, что не я тебя сейчас заберу, и все. С другой стороны, опять же, вижу, что Писание, даже друзья взяли, принесли человека, который был
ну, на постели, не мог ходить. Расслабленного. Расслабленного его взяли друзья и притащили к Иисусу. Потом взяли бесноватого мальчика, который там, отец притащил его. То есть, в принципе, кто-то тащил, это есть тоже. И поэтому, наверное, индивидуальный подход смотреть, это нужно, скорее всего, тоже делать. Вот. И сразу я как бы так и говорю, что если бы это была возможность по законодательству, мы бы начали использовать это обязательно. И, скорее всего, вот это слово такое детокс, вот это удержание, слово такое русское, но жесткое немножко, как тюрьма почти. Я думаю, что это такое, ну, чисто представление меняет наше неправильное немножко представление от этого. Потому что удержание, по сути, оно методом убеждения. И, скорее всего, до момента, куда попадают за решетку люди, это уже крайние меры. Там их, может, и не было бы даже. Потому что там ряд таких, я знаю, мер, которые используются вот в центрах реабилитации, в Тинчелленджи в том числе. Там они очень такие, как сказать, ну, мораль там не нарушается, унижений там нету над человеком, там нету, там какие-то нормы христианские, никуда они не вычеркиваются, все это присутствует. Просто сам факт удержания, там, страх немножко на обывателя, который не понимает, одно слово только для него, это все, это тюрьма. Поэтому мое мнение, что если была бы возможность, мы бы работали. Пока нет возможности, мы работаем так, как ну, реальная действительность пока не мешает нам работать так, как мы работаем. Хотя смотришь, что в последнее время людей стало меньше и меньше. Поехать к нам. И больше идут куда-то в Сибирь, с Урала. Отправляют конкретно в Новокузнецк, конкретно в центры, которые закрыты. И ищут. У нас спрашивают, где закрытые центры найти. Я говорю, да их скоро закроются. Законы у нас, конечно, страны. Вот мнение, что это нужно, но, видимо, для этого нужна помощь. Мы себе позволить пока это не можем. Не можем, и поэтому стараемся делать из того, что имеется. Хорошо. Илья, скажите, а у вас как в Новокузнецке, в закрытых центрах? У нас есть детоксы, но мы называем их первой стадией. И в детоксе мы человека не удерживаем насильно против его воли. Мы мотивируем, мы создаем атмосферу, чтобы человек хотел остаться. Потому что у нас такое убеждение, что наркоман изменяется только тогда, когда он сам мотивирован к изменению. И поэтому, чтобы смотивировать наркомана к изменениям, мы работаем и с родителями его. И когда родители приходят к нам, просят помощи, мы готовы встретиться с их сыном там, или дочерью и убедить их прийти на реабилитацию. И когда люди через убеждение согласны прийти, они подписывают договор с нами о том, что они находятся у нас на этот период времени, и они добровольно ограничивают себя, потому что там распорядок дня, там они не могут встать и выйти, когда захотят уйти, они могут, заявив об этом, что я все, ухожу, но это нужно, чтобы родители об этом знали, потому что иногда родители говорят, не отпускайте, мы сейчас сами приедем, заберем. Иногда родители говорят, отпускайте, ну и тогда человек уходит. И вот, конечно же, здесь вопрос спорный для меня до сих пор. Вот то, что Алексей говоришь, принесли расслабленного. Но я думаю, что он хотел, чтобы они его понесли. Затем бесноватый мальчик, я думаю, что тоже он искал помощи. Единственный случай, где люди пытались бесноватому помочь, сковывая его цепями там и прочее, эти попытки все закончились неудачей, Иисус сам пришел туда. И вот поэтому я верю, что наркомана нужно мотивировать к изменению. И для этого есть различные методы и способы убеждения, это раз. Во-вторых, родители должны понять, что до тех пор, пока они берут на себя боль, которую причиняет наркоман, его это не будет мотивировать. Наркоман – это искусный лжец, актер, и он по сути своей, становится как сатана, потому что дьявол – отец лжи. И вот поэтому у наркомана нет ни чувства сострадания, ни чувства ответственности. И когда родители страдают, до тех пор, пока они терпят, наркомана это устраивает. И поэтому мы учим родителей, как только вы
встанете на такую позицию, где боль за свои проступки он будет сам терпеть, угу. и последствия своего греха он будет сам вкушать, это его очень быстро смотивирует к изменению. И когда родители понимают это и начинают так себя вести, то тогда их ребенок соглашается прийти на собеседование и соглашается прийти в детокс, где он ограничен, его права там, и его, ну, ограничено то, что там график, там есть распорядок дня. И ему не нравится это, но он начинает понимать, что ему это надо. И вот когда сам наркоман борется со своей зависимостью и позволяет нам ему служить, ну, тогда мы добиваемся успеха. Звонит мама и говорит: мой сын наркоман, он ставит меня под нож, под настоящий. И говорит: если ты не пойдешь к соседям сейчас и не займешь мне деньги на наркотики, я тебя зарежу. И он сказал, что он это будет постоянно делать каждый день. И вот вам поступает звонок от женщины. Реальная проблема. Как вы себя ведете в этой ситуации? Мы команду парней-то отправим туда. Те, кто бывшие наркоманы, которые сегодня служители центра, которые умеют вести такие переговоры, диалоги, которые сами были, может быть, имели даже из-за этого уголовные какие-то проблемы. В любом случае, у них получается убеждать. Потому что когда приезжают парни, которые на их языке, с ими определенными там какими-то приемами работают. Я сам не кололся, например, но я сильно пил, да. Я не смогу с ними разговаривать. Но если я разговариваю с алкоголиком, ну, я его не знаю, может, кто-то и сможет, но у меня очень хорошо получается с ними говорить. И у нас, в принципе, мы отправляем людей. В принципе, они даже забирают его оттуда. Но то, что сказал я, в принципе, да. Мы пользуемся тем, чтобы мы не можем его взять, связать и отвергать. Хотя не исключено, что мы его до утра свяжем, посидим с ним, чтобы он там на самом деле день во сне не зарезал ее. То есть вы все равно примените насилие? Ну, как насилие? В целях защиты жизни. Естественно. Да. Но это надо, опять же, каждый индивидуальный случай. Такого нет у нас приказа. В случае человек угрожает, связывать и ложить. Такого нет. Чисто по ситуации. Но до такого пока еще не доходило. В основном люди соглашаются: ладно, все, поехал. Угу. Едут в центр, прямо из квартир. Но здорово. Чтобы на удержание такого пока у нас не было. Вот. Была у нас сейчас такая интересная штука, что мы представили план развития, значит, взаимодействия общественных реабилитационных центров с органами власти у нас в Удмуртии. Угу. Мы представили это буквально план. Когда нас предложили нам сертификацию пройти, мы сказали: у нас есть своя. Значит, для этого программы мы пройдем сертификацию, но по нашему плану предложенному. Нам сказали сделать доклад. Мы сделали в республиканском наркологическом, угу. при участии, значит, помощник президента Удмуртской республики из администрации, ФСКН, госнаркоконтроль и все службы сопутствующие. Мы сделали доклад, угу. их это устроило все. Угу. Сказали: нас это устраивает, давайте будем работать. Я после этого задал им такой вопрос. У них же там есть принудительное некоторое, лечатся. По какому распоряжению суда их отправляют в наркологию для лечения? Государственных наркологий. Да, да, угу. да, да. И у них там срок лечения от 2 недель до 2 месяцев. Угу. И, естественно, большие потоки финансов туда идут. Я им сказал такой вопрос. Это, говорю, как бы вот уже не при докладе, а просто чисто для вас угу. размышления. Вообще реально туда двигаться или нет? Я им сказал: сегодня у вас медицинская реабилитация, у нас социальная реабилитация, но речь в законе идет о медико-социальной реабилитации. Почему бы нам не заключить договор с вами? Угу. Когда мы пройдем сертификацию, и вы увидите, что мы профессионалы в этом вопросе социальной реабилитации, то почему бы не сделать договор? И возможен ли такой договор, что, поступая к вам человек, заключает с вами договор, то, что после прохождения медицинской реабилитации он поступает к нам в центр, мы его год сопровождаем. 2 недели, которые он у вас, получается финансирование на вас. Когда он год у нас, получается финансирование на нас. После того, как он у нас заканчивает курс реабилитации, он возвращается к вам и продолжает быть на учете. В итоге у нас идет совместное партнерское движение. Угу. Вы приезжаете к нам иногда в центры, как наркологи, психологи. Мы готовы консультантов пускать ваших, пожалуйста. Вы все понимаете. Мы давно с вами так-то работаем. Но мы можем практически это официально, реализовать. Да. Официально. И эффективность будет, во-первых, ваша.
Ваши проценты с 2-4% стабильности возрастают до наших процентов, мы готовы с ними делиться. И с другой стороны, те финансы, которые идут сегодня только на вас, и они, вы сами их признаете, что они в воздух практически выбрасываются, они попадают на наши центры, и государство и нам помогает работать нам. Никто из них ничего не сказал. Было бы пару лет назад, точно бы услышала, скорее всего, нет. Но они между собой переглянулись, сказали, ну вот, покачали многозначительно друг другу головой, сказали, давайте вы сначала сделайте первый этап сертификации. Приведите в порядок ваши документы, тогда нам будет просто даже проще с вами разговаривать, как со специалистами, потому что сейчас, на данный момент, я вижу вас только как, извините, сектант. Ну, хотя бы не сектант, но уже просто верующий человек, который со своими убеждениями куда-то лезет. А момент сертификации переводит работу центров реабилитации из идеологии в технологию. И мы предлагаем уже технологию. Мы уже на уровень вот этого. Ну да. Проще намного общаться. То есть на научную основу мы положили фактически свою работу. И получается теперь, что принудительный характер, те же суды, о чем же идет речь, что будут принудительно отправлять на лечение. Принудительное лечение наркомании. То есть здесь как раз как будто государство слышит то, о чем мы сегодня говорим, по идее. Но это будет уже немножко по-другому все. Вот еще такая вот у меня мысль, что мы, если мы будем двигаться как бы консолидированно, предлагая наши возможности, и то, что мы не просто какие-то там отставшие от жизни, какие-то необразованные люди, будем правильно показывать наши достижения, причем не то, что заявлять «Иисус Христос, Господь, кровь Христа омыла меня», а, скажем, им тем языком, который они понимают, то я думаю и вижу, по крайней мере, у нас в регионе, хотя таких регионов, честно говоря, мало. Я слышу немножко другая ситуация в других регионах России. Но это хороший такой пример для сотрудничества. Если это получится, то везде можно потом говорить, что и приходить и даже в органы власти, чтобы вести диалог вот об этом. Ну да, это интеграция в обществе. В принципе, к этому все идет. Я слышал даже в Перми сегодня есть какая-то программа, губернаторская эта программа. Есть. Человек приходит, встает на учет, говорит, я наркоман. Ему дают сертификат на 5 месяцев реабилитации, по-моему, 12 тысяч в месяц или 11, что такое. И он уже сам выбирает реабилитационный центр. То есть даже в некоторые наши реабилитационные центры обращаются, да. И люди наши получают деньги. Да. Ведь это здорово. Правда, не 12, 2. 2? Что-то типа 2 с чем-то. Я слышал, около 12. Может, я ошибаюсь. Я думаю, что это вариант, в принципе, для современного общества и государства. Когда я заглядывал в бюджет НСО Новосибирской области и смотрел, какие ресурсы тратятся на борьбу с наркоманией, и одна из статей расхода — это были прыжки с парашютом для наркоманов, и там была многозначительная сумма, я был очень удивлен. И я думаю, что большинство денег, они, в принципе, вот так и расходуются. И это было бы неплохо, если бы мы сегодня, работая на государственные деньги, приносили результат. Ведь в этом и состоит государство, что государство — это общность людей, выявляют людей. Кто-то может петь, и он культуру приносит в общество. Ему платят деньги, он окультуривает общество. Кто-то может заниматься проблемными людьми, так как мы. И мы занимаемся проблемными людьми, и нам не надо брать деньги за реабилитацию с родителей, а государство помогает своим же гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, потому что государство не позаботилось об идеологической части в каких-то моментах. Сегодня надо исправлять эти проблемы. Как вы считаете? Очень сложный вопрос, очень сложный, и наше общество развивается по-своему, тоже очень сложно, я имею в виду российское общество. Поэтому, на мой взгляд, у церкви, евангельской, протестантской церкви, всегда были и всегда есть возможности служить людям. И будет ли государственная поддержка от этого или ее не будет, церковь все равно будет служить людям. Поэтому, если в Удмуртии, Алексей, у вас вот так вот откроется эта возможность, благослови Господь вас. Если у нас откроется такая возможность, и мы реально увидим, что мы можем работать, и государство будет помогать. Мы тоже от этого не откажемся. Но мы верим, что Бог призвал нас служить обществу. Есть ли государственная поддержка? Нет ее. Мы служим обществу. И нужды никогда не было слишком мало. Всегда
нужда, и особенно вот в наши дни, наркомания, алкоголизм. Россия — это самая, одна из самых пьющих стран мира. Наркомания — это, ну, тоже нам известно, что очень, очень серьезная проблема.